еще 18 декабря 1940 года в Ставке фюрера был утвержден план Барбаросса. В нем, в частности, говорилось, германские вооруженные силы должны быть готовы разбить Советскую Россию в ходе кратковременной кампании еще до того, как будет закончена война против Англии. Остальные силы русских уходящих войск, находящихся в Западной России, должны быть уничтожены в смелых операциях посредством глубокого, быстрого передвижения танковых клиньев. Войны ждали, к ней готовились, а встретили ее в растерянности, как если бы случившееся застало нас врасплох. Страшным был для страны итог начального периода войны. Часто руководство и военное командование, особенно на первых порах, стратегические и тактические задачи решали не умением, а числом. Миллионами человеческих жизней пришлось расплачиваться за их просчет. Добившись на первоначальном этапе войны успеха, Гитлер не допускал мысли, что, казалось бы, поверженная Россия воспрянет. Что изощренно спланированная, рассчитанная на 6, максимум 8 недель прогулка на восток обернется крахом его доктрины, станет прологом агонии Рейха. Значит, Минск под непосредственной угрозой? Да, товарищ Сталин. Танковые группы противника, пользуясь своим исключительным превосходством и хорошим обеспечением с воздуха, довольно глубоко охватили группу войск Западного фронта. Немцы тоже понесли большие потери в районе Гродно и Лиды. Что же происходит? Только вчера вы укрепили 4-ю армию 2 корпусами генерала Коробкова. Какие же результаты? Товарищ Сталин, командование Западного фронта весьма активно маневрирует нашими резервами. Противник несет огромные потери. Павлов и его штаб допустили ряд просчетов. Главная ошибка допущена при анализе оперативных планов немцев. Павлов строил свои контрмеры, исходя из того, что противник концентрическими ударами со стороны Бреста и Сувалок постарается во что бы то ни стало в районе Лиды замкнуть кольцо вокруг войск фронта. И просмотрел большую группу танков, которая вклинилась между Западным и Северо-Западным фронтами. С вашего Павлова надо серьезно спросить. Ватутин Николай Федорович, 43 года, генерал-лейтенант, участник гражданской войны. Заместитель начальника генерального штаба. С 30 июня 1941 года начальник штаба Северо-Западного фронта. Талантливый полководец, организатор крупных боевых операций. Thank you.
границе. Да, чтобы они не вышли к нам в тыл. Не беспокойтесь. Не беспокойтесь, свою задачу мы выполним. Тихо, тихо всем! Это же наши, ребята! Командующий фронтом Павлов приказал объединить в группу корпуса Хацкевича, Чумакова, Охлюстина, Мостовенко. Товарищ генерал-лейтенант, генерал Чумаков. Садись, Федор. Развернуть эту группу на север и контратаковать прорвавшиеся со стороны Гродно вражеские части и тем самым закрыть дорогу на Волковыск. Да. Обстановочка. Как говорится, дальше ехать некуда. Ситуацию в нашу пользу это все равно не изменит. Предлагаю лучше с боями отходить на восток. Поздно, голубчик. Поздно. При таком преимуществе в авиации и танках они не дадут нам отступать. Не дадут. И что же остается? Хрен с Редькой. Вот что остается. Вцепиться в землю и держаться. До тех пор, пока войска второго эшелона не образуют стабильный рубеж обороны. И где же будет этот рубеж? Полагаю, на старой границе. Может, на Березине. Но не дальше. Ни в коем случае не дальше. Но мы без снарядов и горючего долго не продержимся. Сколько нужно будет держаться? Неделю? Две? А чего ты меня спрашиваешь? Спроси командующего фронтом. Сколько нужно, столько и будем держаться. Кровью изойдем, а будем. Когда моему корпусу выдвигаться на север? Сегодня ночью. Оставь прикрытие мотострелковый полк. Командир понадежнее. Задача ясна. Разрешите отбыть в корпус? Отбывай. Все командиры ко мне. Комдиву Муравьеву выделить мотострелковый полк для выполнения особой боевой задачи. Чумаков на проводе. Да. Да, да, через два часа будет. Ясно. Не. Разрешите мне, товарищ генерал. Ну что ж, майор Никитин напрашивается сам.
Подойдите. Задача вашего полка – занять оборону на реке Нарев и держать дорогу, ведущую на восток. Ясно? Так точно. Сколько держаться? До конца. Немцы не должны ударить нам в спину. Так что до конца, товарищ Никитин. Задача ясна. Будем держаться до конца. Выполняйте. Все свободны. Через 3 часа выступаем. Оповестить всех командиров частей. Степан Степанович, останьтесь. Ну что, Никитин, ничего, напросился? Ребята, будем живы, 2 раза женимся. А женилку спрячь, а то немец себе так укоротит. Не знаю, с чем столкнется наш корпус завтра. На полк майора Никитина примет главный удар на себя сегодня. Федор Ксенофонтович, разрешите пойти мне с полком? Разрешите. Начальник штаба должен находиться с главными силами корпуса. Ну, а беспокойную жизнь я вам гарантирую. Подойдите сюда.
товарищ генерал. В лесу подобрали капитана Волкова. Хочет доложить только вам. Слышишь, капитан? Капитан? Слышишь меня? Капитан? 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 Слышишь, доктор, сделайте что-нибудь. Капитан. Товарищ генерал. Капитан. Товарищ генерал. Он умер. Санитары, следующего. Разведчик был от Никитина? Мы ничего не поняли. Он все время был в бреду. Черт возьми, нечем помочь Никитину. Ну что у нас тут? Лейтенант Молодежный, помощник начальника штаба по разведке Мотострелкового полка. Младший политрук Ванюта, военный корреспондент. Автоматы откуда? Немцы захватили. Машина чья? Тоже у них взяли. Лихие ребята. Молодцы. Приведите себя в порядок. Товарищ генерал, вас к телефону. Иду. Значит, младший политрук? Так точно. Молодец. Капитан Романцев. Я! Проверьте документы. Слушаюсь. Идите. Идем со мной. Вот так. Хорошо. Потерпи. Не знаю, ничего не знаю. Был разведчик, умер, не приходя в сознание. Ничего не успел сказать. Соединитесь, приведите себя в порядок, снимите себе эту дрянь. Все приводят себя в порядок. Этот маскарад снять. Это тоже вам ни к чему. Лейтенант Колодяжный, накормите людей и можете отдыхать. Заменишь погибшего инструктора политотдела по информации. А как же задание? Мне же в редакцию надо вернуться. А как ты туда доберешься? На помеле в ступе? Твоя редакция теперь здесь, на передовой. Прошу приступить к исполнению своих обязанностей. Есть. Каску надень. Назначаешься в бригаду Романенко. А где эта бригада? В штабе скажут. Колодяжный, слушай. Дорога в лесу, немецкий десант. Надо прикрыть штаб. Есть. Рота, встать! Давай!
комиссар. Быханов! 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 Связисты, проверьте связь! Береза! Береза! Почему молчишь, Береза? Береза! Береза! Я клен! Я клен! Отвечай! Я клен! Я клен! Я клен! Береза! Слышишь меня? Майор, второй батареи больше нет. Ни людей, ни орудий. Все сравняли с землей. Спускайся, политрук. Быстро генералу на КП. Давай, послушаюсь. Яковлев, отвечай. Ответь мне, Яковлев. Танки в лесу. Сколько? Много. Как там Никита? Никогда не задумывался над разницей между моральным духом и нравственным состоянием. Ну и к какому выводу пришли? Моральный дух у фашистов высокий, да и силы на их стороне. А вот нравственно мы выше их. А точнее? Мы защищаем свою землю. Поэтому нас не согнуть. Это все лирика. Немецкие танки, вот они, рядом. Честная, да скорость. Степан Степанович, прикажите Петюнину, пусть он перенесет огонь второго дивизиона на левый фланг. Середу після обіду. Що, Петро, здаємося чи як? Thank you.
Стрелки большие потери. Восстановить связь. Погиб. Полка больше нет, почему товарищ генерал. Позиции? Почему оставили, товарищ генерал? Не оставили позиции. Мы отступали. С боем. Полк погиб. Весь полк, товарищ Но генерал. Но мы живы. Выясните и доложите. Они до сих пор ничего не знают конкретно, что творится на западном направлении. У Павлова никакой связи нет со штабами армии. Почему так поставлено дело? Говорят, опоздала директива. А без директивы армия не должна находиться в боевой готовности. Что, мне надо напоминать сердцу, чтобы оно не остановилось? Мы послали двух нянек Павлову. Маршала Шапошникова и Кулика. А ты еще мне предлагал, чтобы я выступил по радио. Мне еще придется выступить. И объяснить не только нашему народу, но и всему миру, что такое фашизм. Как так можно? Нет, как так можно? Уму непостижимо. А что касается Павлова, он мне ответит своей головой. Что у тебя нового? Вот первое сообщение из-за рубежа. Уинстон Черчилль. Воскресенье 22 июня. Надо считать днем спасения Англии. Он по радио обратился к народу с речью, заявил, что Англия выступает на стороне России в войне с Германией. Этим Англия спасает и себя. Дословно это звучало так. Вторжение Гитлера в Россию – это лишь прелюдия к попытке вторжения на Британские острова. Дело каждого русского, сражающегося за свой очаг и дом, это дело свободных людей и свободных народов во всех уголках земного шара. Никто не был более упорным противником коммунизма, чем я в течение последних 25 лет. Я не возьму назад ни единого из сказанных мною слов, но сейчас все это отступает на второй план перед лицом разворачивающихся событий. Опасность, угрожающая России, это опасность, угрожающая нам и Соединенным Штатам.
Так ты что, не веришь в это заявление? Я никому не верю. Мы будем приветствовать это заявление. Но мы не можем не подумать и о том, при каких ситуациях и каких обстоятельствах капиталистическое государство может протянуть руку социалистическому государству. Палки за дорогой, накапливаются немецкие танки. Не продержаться нам, товарищ генерал. Мы потеряли всю технику. Надо уходить. Надо спасать людей. Надо уходить в лес или... Или что? Запросто можно угодить в плен. Это я слышу от полкового комиссара. Лучше от полкового комиссара, чем от кого-то другого. Он прав. Мы потеряли все танки и почти все орудия. Надо уходить, товарищ генерал. Надо спасать людей, будет поздно. Пора уходить, товарищ генерал. Иначе они отрежут нас от леса. Да, пора. Играть отходный марш, Степан Степанович. Все уходим! Всем отходить! Всем отходить! Уходим! Забрать карту! Все уходим! Зажечь дымовые шашки! Уходим! Ракеты в воздух! Ракеты в зенит! Зажечь дымы! Thank you.
Товарищ генерал, немцы справа, танки, мотоциклы. Слушай приказ. Всем собираться на КП Гулыги. В 3 километрах на запад Степан Степанович продублирует приказ. Понял. Уточните задачу роты охраны. Яковлев, Колодяжный, с разведкой вперед. Раненых на себя через болото со мной. КП Гулыги. Прикроешь нас, Иван Ильич, веди людей через болото. За мной, бегом. Позывные, господин Оберст. Через Новогрудок на Мир движется большая автоколонна русских, в которой замечены и штабные, и специальные машины. Необходимо. Подъем! Большая работа, господа. Если кто-нибудь вякнет хотя бы слово по-немецки или дрогнет при встрече с русскими, получит пулю. За дело, господа! Хай, Гитлер! Хай! Thank you.
наших планах прикрытия на случай войны считалось наиболее опасным стратегическим направлением юго-западное направление, то есть Украина. А теперь события разворачиваются так, что наиболее опасным направлением становится Белоруссия. А кто автор этого пункта оперативного плана? Если действительно подтвердится, что немцы избрали своим главным стратегическим направлением не юго-западное, а западное, в этой нашей ошибке надо будет винить товарища Сталина. Да, это я, именно я высказал предположение, что немцы в первую очередь постараются овладеть Украиной. Но я не помню, чтобы кто-нибудь возражал против этой точки зрения товарища Сталина. Или я ошибаюсь? Были другие мнения? Не было, товарищ Сталин. А как понимать, что наши армии оказались в мешке? Что нависла реальная угроза над Минском? Во всех ваших предложениях, вчерашних, позавчерашних, я не вижу убежденности, товарищ Тимошенко. Наши предложения... Результат анализа сложившейся ситуации, товарищ Сталин. А каковы ваши решения? Я прошу вашего разрешения убыть на фронт, товарищ Сталин, в действующую армию. Фронт от вас никуда не уйдет. А кто будет расхлебывать в генштабе сложившейся ситуации на фронтах? Кто будет исправлять ваши ошибки? Мехлис Лев Захарович, 52 года, армейский комиссар первого ранга. Активно причастен к необоснованным арестам видных политработников. Отличался ораторскими способностями, взрывным характером и склонностью к незамедлительным карательным мерам. Возглавлял главное политуправление Красной армии. Третьяковки стараешься, небось, да? Да нет, для души. А ну-ка покажи. А я ж без каски. Чего ты меня в каске нарисовал? Я вас таким в бою запомнил. А это кто? Никитин? Да? Он самый. Похож. Умеешь. А ты что-то кончал? Саратовское художественное училище. А вы чем занимаетесь? А я стихи пишу. Ну как, получается? Да. Бомбу!
Колонна не проходила? Никак нет, товарищ майор. Полковник, майор Птицын из инженерного управления штаба фронта. Дорога на столбцы перерезана. Очень много там, очень много. Сами считали, очень много. Предъявите документы. Все в порядке. Нам уже сообщили о прорыве немцев со стороны Барановича. Всем по машинам, командуйте. Приготовиться к движению. Есть! Всем по машинам! Быстро, быстро! По машинам! По машинам! Приготовиться к движению! Давай! Товарищ майор!
авиации! Все к летчику! Все нормально. А этот кто? Целился в меня. Счастливчик. Скажи спасибо, что патроны кончились. Кто такой? Ты что, не видишь? В форме разбираться не научили. Твою мать. Мать твою! Что с ногой? Да ничего. Помогите, ребята. Атлеров, я в машине. Ну помоги же! Со вчерашнего дня закипаюсь, давай. Разберемся, разберемся. А, зараза, счастливчик! Его в машину быстро. А вы что расселись? Немедленно потушите огонь. Немец в воздухе. Да ладно, да туши. Ну что, все командиры в сборе? Так точно. А как генерал? Плохо. Операцию бы ему. Я сейчас. Товарищ генерал, Федор Ксенофонович. Командир дивизии, прибившийся к нам частей, прибыли. Отсутствует полковник Гулыга. Что с ним? Причину выясняют. Узнаю, доложу. Степан Спанович. Мне тяжело. Слушаюсь. Передайте командирам сами. Мы потом. Мы отрезаны от основных соединений армии, но сплошного кольца окружения пока нет. Пока. Будем пробиваться в общем направлении на Минск. Сейчас, подожди. Сейчас восьмичасовая остановка. Занять круговую оборону. Выставить боевое охранение. Выдвинуть разведгруппы в направлении действий дивизии. Действуйте, Степан Степанович. Кто там прибыл? Голодяжный, товарищ генерал. Голодяжный? Выстрелить на меня. Генерал-майор, старший офицер инженерного управления фронта, майор Птицын. А, старый знакомый. Вы что, ранен? Помогите майору сесть. Ничего, ничего, садитесь, садитесь. Документ. Сейчас. Как вы здесь оказались? Мы восстанавливали мосты. Вот, тут нас атаковали, пришлось отступать к лесу. Вот тут меня и ранило. Спасибо. А вы кто? Лейтенант Рублев. Его только сейчас над полем сбили. Сбили. Я тоже сбил. Вы знаете взрывное дело? Можете ставить мины, фугасы? Я все умею, товарищ генерал. Назначаю вас, товарищ майор, инструктором по подрывному делу. Есть. А вас, товарищ старший лейтенант Колодяжный, заместителем начальника разведки корпуса. Есть. Отведите майора в санчасть. Да.
А вы меня шлепнуть хотели. Тимошенко слушает, товарищ Сталин. Что происходит там, на западном направлении? Я вам доложу, товарищ Сталин. Как только направленцы оперативного управления соберут полную информацию и закончат ее обработку. А Павлова освободили от обязанностей командующего фронтом? Еще нет. Но предписание о назначении генерал-лейтенанта Еременко командующим Западным фронтом вручено. Он отбыл на фронт. Хорошо. А что происходит под Минском? Минск захвачен врагами, товарищ Сталин. Я не ослышался? Это же невероятно. А как же с армиями, которые находятся западнее Минска? Окружены, товарищ Сталин. А какие меры принимаются? Я не готов докладывать, товарищ Сталин. Путь на Москву открыт.